Всем привет, друзья, и вы на моем канале Валерия Гусинова, точка облачка. И Микки тут уже сходит с ума. Он ждет, пока мы его посадим назад. Он уже в ярости. Ладно, Микки, давай. Мы у него делали небольшую уборочку. Ну как, большую. Мы вот эту клеенку заменили. Теперь другая клеенка будет. Сейчас я вам покажу. Так тут все красиво теперь выглядит. И вот тут вот у нас есть все прибамбасы, которые надо будет расставить сюда. Микки там все роет, роет. Он тут там в опилках роется. Для начала мы ему поставим, давайте, корм. Корм я ему поставила вон туда. Там есть у него корм, чашечка корма и поилочка. Так что мы сейчас будем заполнять вот эти прибамбасы, которые тут есть. Когда уже Микки сюда посадим, тогда уже добавим им корм. Для начала я использую вот такую тряпочку, чтобы ее сюда подложить. И вот такой вот домик. Зелененький. Красивый, но он там редко. Мне кажется, когда лето будет, он там именно спать будет. Вот. Уже теплеет, но дождики часто. Вот сейчас, вот недавно хотели погулять с ним, а тут дождик пошел. Вот сюда я положу еще одну тряпочку. Вот такую синенькую. Ой, синенькую, зелененькую. И поставлю. Да, синенький домик. Вот. Он сюда тоже не ходит, он ложится спать вот в этот угол. Он этот поддон, где он сейчас находится, он вот тут стоит. Клетку я не ставлю, потому что он отсюда вылазит с помощью как раз этой клетки. Сейчас давайте колесо поставим, его любимое занятие. Арчи вообще не любил крутиться в колесе. Вот такой вот. Вот такое вот колесико. Давайте еще поставим его туалетик. И сейчас начнем ставить кормушечки. Вот, ну кормушечек я уже расставила. Сейчас только кормушечку с кормом. Для начала я вот это вот гнездо, которое тут у меня на столике, поставлю. Положу вот сюда, где он спит. Хотя, может, ему в доме положить. Хотя, ладно, пусть так. Значит, еще мне поставили водичку и его трубы. Так, водичка у нас стояла около песочницы. Отделение для поилочки. И две больших, два больших туннеля. Вот. Микки там роется, все уже повыгребал из своего этого. Наверное, надо будет сегодня еще опилкой поменять ему. Хотя не знаю, может быть и не буду. Давайте же уже ставить поддон и корм, ну и самого хомяка запускать. Я кормушку поставила. Мне, ребята, ну, телефон у меня зарядился. Вот такую чистоту и порядок мы навели. Вот все, как у него тут чистенько. Корм свеженький, вон там он роется. Микки, привет! Сейчас уже вечер, я уроки сделала. Все нормально. У меня в школе. Вот. Водичка чистенькая, песочек вот только недавно заменила песок. Все-таки грязный был. И опилки я заменила, потому что он там, пока мы вот это все убирали, записывал там и закапывал. Поэтому я решила это тоже убрать, поменять опилки. Очень такие мягкие опилки, не пыльные. Вот, не пыльные. Привет, привет, Микки, привет. Я ему сегодня уже семечки давала, так что я не буду семечки давать, потому что много семечек вредно. Вот.
Мы ему положили вот такую тряпочку под этот домик. И вон туда вот положили вот эту мягкую тряпочку, которая была отсюда. Чтобы он не замерз. Потому что сейчас вроде бы холодновато, так на улице дождик идет. Так что мне кажется, что лучше тряпочку сюда. А то он не мог натаскать туда, поскольку мы там все заложили. Ну, вредный хомяк, и все, надо ему там спать. Вот и все. Вот. Так у него все хорошо. Вот. Микки, что ты там делаешь? Объясни мне. Ладно, пусть грызет. Вот тут у него все хорошо. Он очень любит есть корм, особенно выбирать вкусные семечки. Да, это твое самое любимое, Микки. Вкусные семечки любит выбирать, поэтому я в корм насыпаю максимум 2 штучки. Вот он уже повыбирал. И вот такой вкусненький корм. У нас тут вот такой. Все так хорошо видно. Ну, прям вообще. Даже не знаю, что сказать. Вот я ему заменила песок. Микки, я тебе песок заменила. Иди. Иди вон туда вот. Иди. Иди вон туда вот. Я тебе песок заменила. Вон туда. Нет, я тебе ничего. Вот глупыша. Ладно. Пусть. Вот так много я ему тут опилок насыпала. Вот. Все чистенько, все хорошо. Вон там. В домике только всякие запасы. Вот я ему специально насыпала, чтобы он тут спал. Но он тут не спит даже с запасами. Вот. В общем, невозможно приучить к домикам. То ли, я не знаю, то ли там железяка, то ли там прохладно, то ли ему просто нравится там спать. Вот не знаю. Напишите свои идеи в комментариях. Он туда прям полез. Вот. Водичку я меняю каждый день. И вот эту, и вот эту. Нет, это не каждый день, потому что я вам говорила, или не говорила, что он сюда подходит, и капельки капают, и он умывается. А вот отсюда он пьет воду. Вот. И этот озорной хомяк что-то творит уже. Вот видите, какой сильный домик двигает. Вот умора, а. Делать ему нечего просто. Вот и все. Был такой чудесный домик, взял туда. Жил здесь. Сначала, когда он был маленький, он полюбил, просто полюбил вот этот домик. Просто. Как Арчи. Вот я никогда не видела, чтоб Арчи спал где-то не в домике. Вот этому хомяку надо, чтобы открыто было. Вот не знаю, но хомяки так не любят. Вот какой-то у меня странный хомячело. Он в туалет пошел. Вот. Вообще он странный. Он, ну, единственное, что мне нравится, но это не единственное. Нравится то, что он не тягает запасы. Ну, теперь не тягает запасы, раньше тягал. Как это? И пищит в одно место. Ну, какает он вот сюда, где и спит. А вот пищает вот туда. Вот. Туда. Вот. Все у него тут хорошо. Он себя хорошо чувствует. Всегда ко мне подходит, когда я прихожу. Вот такие вот выкрутасы делает. Все это двигает, как ему хочется. А не как мне хочется. Ладно, ребята, всем пока-пока, надеюсь, вам понравилось видео. Кстати, да, сегодня день был хороший у меня, я получила по математике 4. Но это ничего страшного, потому что это только первая моя оценка по математике, все нормально, и я не расстроена. Вот, сегодня просто идеальный день, я... Это сегодня первый день, как я пошла в школу. Ну, не первый, а после болезни, вот. Я вчера еще дома была, и вот сегодня я вышла в школу. Вон туда, вот, да, вот спи там. Что ты там делаешь?
Ладно, ребята, на этом мы с вами будем прощаться. Всем удачи, пока-пока.